Что касается Великоустюгского района, у 47 родившихся в прошлом месяце малышей самые часто встречающиеся имена среди мальчиков – Иван и Егор. А вот для девочек родители больше всего выбирают имена Арина и Мария. Всего же в октябре получили свидетельство о рождении 1069 вологодских малышей. В их числе появились на свет и 17 пар двойняшек.